Всем привет! Вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новый RYTP от Пенька ТВ «Страх и неравноправие в блудном городе». Наконец-таки Пенек вернулся к изумрудному городу, учитывая, что предыдущий пуп по данному мультфильму был просто шикарным, и я реально ждал продолжения. Ну что ж, давайте заценим, что ж такого замутил Пенек. Поехали! 3, 2, 1, погнали! Ох да! Бутылочка. Смотрите его бесплатно, без смс. Вы чё, блядь? Что, люди наслаждаются? Я вам что велела смотреть? Новости. Сначала, конечно, Украина. Вот, пожалуйста. Жуки. Самые полезные новости. Жуки, жуки, жуки. Новый фашизм. Наверное, вкусный. Мудрый отменил САС. Чёрт, блядь. Жители страны богатунов избрали железного гомика своим всех. Желейного гомика? Известный хрухахули. Хули мусора. Джинджер обиболась и не тали с ними. Пидор. Старая бомби собралась сосать криво. Пидор. Опять за нас оставили. Какой хороший саунд. Поприседай, и еще раз приседай. Ну иди сюда. За что? Блядь! Че, блядь? Откройте! Я тебе стрелу забиваю. Новый куб. Продолжай. Новый рецепт. Колёса! О, конфетка с приходом. Почему ты мне самогон не даешь? Я тебя сейчас покажу, как правильно шутить. Да я не над вами смеялся, а над Джеком. Над каким еще Джеком? Ну над этим. Я когда его сделал, назвал его... Бедный Джек. Подними наркотику. Значит, это ты его сделал. Не-не-не-не-не. Нихуя не понимаю! А как же я? А ты, Егор, иди в задницу. Остаться в живых. Что забанили? Шош. За дело забанили, за дело. За чужие грехи. А я вот как раз думаю, как хорошо. Господи, это самая тыква. Хорошо, а кому и камшо? Ты чем рассуждать? Редиска, лучше бы сделал. С удовольствием. Ты же мне не сделал. Значит, ты мой Паша, а Саша, а родителей нужно пиздить. По-моему, что последний ты? Пункт лишний. Нет, ничего. Жаль. Get off my ridge, you Vietcong bastard! Я думаю, что... Заткни! Ты чего? А вот думаю, как поднять бабла. Правильно, вот над этим надо задуматься. Я думаю, что если ты мой папаша, то мой любимая мамаша. И получается, что ты... Я брал бабку. Заткнись, блядь! Здорово, ёбка, блядь! Огурчик ри! Без этого, я так понимаю, нельзя было. Пони, мать вашу! Касам! Ярик! О мой бог! Ярик, блядь! Дежавю! Кажется, мы его потеряли. Да я хуй с ним! Я страж ворот, я ебал ваш рот. Идите нахуй! Спасибо за такое пояснение. Мы собрались здесь хуи на и пусть хуи работают, работают, а мы будем их... Бодипозитив. Ебанутый, что ли? А ты кто? По жизни. Меня зовут Топ, а ты случайно не транс и что? Того? Блядь! Ну, если вспомнить мультик, на самом деле так оно и есть. Отдаем честь. Вместе со Снейком. Ебать ты урод в натуре. Ты-то не хуже уже. А ты мне нравишься. Не хочешь менять? С удовольствием. Спина. It's a me, a mombi. Арифлейм. Оу. Охрана, анарха. Шайтан, шайкова
воинствующих феминисток во главе с Джиш захватила... Ну, по сути говоря, нереально феминистки. Учитывая происходящее в мультике. Ваше Вечество, у нас неприятности. Все решено, я ухожу. Джиш, спрячь генерали. Да уж, хорошее решение, страшивое. Так, милочка, знаешь ли, кто я? Ты говно. Я страшиша, я ебалшила, сажу на дубль. Я вовсе не девчонка, смотри. Придется послать их. Опять жук, прямо не жук, а жуки. Где мое дрочительное стекло? Интересный эффектик. Я не страшила, я выражаю тебе научное шушу, жук. Джоджо, я Рирадзе! Безусловно, я прошел и блестяще знаю, как... Пидор ебучий, сука рачи, поебаться захотел. Если ты сможешь добнаться до изумруда Гоза и передать вот это, страшили, то я навсегда оставлю твой увеличенный гой. Одна нога здесь, пять здесь, одна нога там, мам. Жуки, жуки, жуки. Я слышал, что Джиш собиралась шить из вашей промежности. Не то хайповый шмот, не то диванный кредит. Хайповый шмот? Из промежности чучевая. О, даже здесь контрибовая. Похоже на жопу. Страшила! Самое место в помойке. Моего другшего друга, мудрейшего, выдрейшего, провейшего, выизбали какие-то тупые девки. Чё, топор? Ой-ой. Дать мой топор. Фотографируй. А ну, луп. К нам кто-то приближается. Жуки. Простите, многоуважаемые господа. Господа, господа, господа. Волшебные пилюли-люли-люли. Вот. Дичь. Я не ловлю кайф. Наглотаюсь от таблеток. Больше таблеточек. Хоп, внезапный конец, как и в первой части. Ну что ж, ребята, Пупец вышел просто шикарным. Как и первая часть, он мне реально очень понравился. Очень хорошая была проделана работа, все-таки пенек ТВ здесь в своем репертуаре. И визуальные шутки хороши, и музыкальные, и, конечно же, черт возьми, просто отличнейший словобуд, от которого просто тянет ржать, ржать и ржать. В общем, безумие, приправленное словобудом и отличными визуальными шутейками, и за это пенек ТВ. Огромный респект и просто космический изумрудный лайк. Это просто шикарно. Надеюсь, что Пенек разберет другие экранизации Изумрудного города, потому что я думаю, в них найдется над чем можно будет постебаться и поржать. Ну, а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Всем удачи и всем пока!